И действительно, вчера вот нам писали, скончался бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев. Странная ситуация, подал иск к Путину, да, и после этого попал в больничку и уже из больницы не вышел. Как-то все странно. Но он, говорят, болел, у него одна почка и так далее. Официально эти рассказывают, что помер от коронавируса, всякие Пескова и прочее. Интересно было бы действительно нормальное исследование провести, чтобы понять, почему где-то помирают там чуть ли не по 11%, а где-то 0,1%. И вот я говорю, этот Михаил Игнатьев умер от коронавируса, а вопрос такой, а больше никто же не умер из этих, из кремлевских мечтателей. Этого отринули, да, а с работы выкинули. Ни Кадыров не помер, ни Песков, ни все эти министры, ни Мишустин. То есть вполне допускаю, что у них есть лекарство, даже не допускаю, а уверен. А по какой-то причине вот этому главе Чувашии не дали. И вот Песков, я уже сказал, прокомментировал. Интересно прокомментировал. И это, безусловно, очень печальные новости. Поэтому, конечно, в данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников по результате этой эпидемии. Он не сказал, что соболезнует семье бывшего главы Чувашии. Они всем соболезнуют. То есть, очень странное заявление Пескова. То есть, когда, ну, какие-то слухи ходят, да, о том, что человека взяли, там отправили на тот свет, прибили, потому что он там залупился на Путина. Помните, как любимая такая загадка, которая висят и залупились, да, это желуди, а залупились и висят, это декабристы. Так вот он залупился и помер, да. И интересно, я еще раз подчеркиваю, это вот очень важно. То есть, если бы я был следователем, и мне бы сказали, что вот предположительно этот человек умер не своей смертью, и надо все проанализировать, то я бы вот за это ухватился. Это, безусловно, очень печальные новости, поэтому, конечно, в данном случае мы соболезнуем всем, кто потерял своих родственников в результате этой эпидемии. Ни слова вообще. То есть, такое ощущение, что дистанцируется и после смерти. Обычно там сказали, да мы, да там, да вот там, и семье поможем, и все там будет нормально. Ничего подобного. То есть, чтобы все остальные, такое предостережение, чтобы все остальные понимали, что не так все просто. Я вполне допускаю, что они просто тему оседлали, да, скажут, ну, помер, может, он случайно помер. Пусть все думают, что мы его загандошили. Такое тоже я допускаю.